Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение первого ФФА-сериала «В мире шестой цивилизации». Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Всё-таки всегда интереснее смотреть сначала. Ну а всем остальным приятного просмотра. Кстати, мне там говорили по поводу смены времени суток, типа... Красивший будет. Так, где это делается? По-английски. Игра, да, вот игра. Вот, можете сразу визуально, видите, за моей спиной видеть. Но мне ночью не особо нравится, честно говоря. Мне вот нравится поярче, чтобы было. Это полдень, наверное. Вернемся в игру. Так, русский распространен хоть в два города мне, в Чунду религию. Чунде. Чэнду. Буду рад этому. Теперь плюс два дополнительных для строителей экшена. Так, стоп, а что у нас в правительстве? У меня сейчас олигархия, плюс 20% в бою и плюс 4 сила. Но я как-то никак это пока не использую. А что с великими людьми? Немножко ученых идет, немножко торговца. Но у меня не сидят пока люди в этих районах. Давайте, наверное, мерсенарис откроем. Так, выполнил квест Лавенты. А, гильдии я так открыл. Блин, без инспирейшена. Без вдохновения. Как-то без вдохновения я открыл. Угу. Рабочий. Может, в Преслов, блин, отправить, раз уж такое дело. Что он будет давать при создании юнитов? Отправим. Я вообще Тулуза сначала. Лучше, знаете, сначала в Тулузу. Так. Давайте-ка с юнитами разберемся. Здесь построено. Вот тут еще ферма. Наконец-то. Православие. Аллилуйя. Так, здесь вырубаем. И миссионера в Манчестер. Русский, так ты распространишь мне религию в город? В этот самый... Чэнду, да. Чэнду. Почему бы нет? С другой стороны, если всего два золота, с этого прикола будет. Ну и выше шанс религиозной победы. Нет, пока не буду, попозже. Не, ну ты можешь в Тюанер... Какой хочешь, короче, город распространять. Просто в эти тебе надо будет... Почему вот слить. У меня... Ну, у тебя три города всего, раз, да? Раз, два, три, четыре, пять. А, ты еще слева есть. А почему написано 4 из 5? Ну, тот самый низенький. А, да, там есть еще один. Рядом с Чунде. А, ну да, вижу там вроде. Так, здесь надо... Привет, Леша. Пришел посмотреть на мои города. В смысле, привет? Ты о чем вообще конкретно? Ну, тут твой разведчик стоит, или это не твой? Твой. А у меня автоматом все. А...
меня уже разведчики автоматом бегают. Мы где-то возле твоего Плимута подумерли. The purpose of education is to replace an empty mind универы. With an open one. Так, сколько стоит универ купить? О, уже прилично науки. Так. Давайте-ка рыцаря откроем. Университет построим. Нет, тут мы... не будем ничего строить, там у нас для промышленной зоны остается. Ну, нормально, Лондон. Развивается, кстати. А что тут по поводу акведука? Нету доступной клетки для этого. Странно. То есть, вот тут я акведук могу в Плимуте построить, а в Лондоне, например, вот здесь или вот здесь я не могу построить. Что-то бред какой-то. Фига, Китай, как так быстро скаканул по этим самым, по очкам ученого? Я, проект, наверное, сделал. Я думаю, проект, да, выполнил. Что мне проект на торговца выполнить? Еще один адмирал будет. Посол, больше золота от торговых путей. В принципе, есть резон. Я не понимаю, почему в Лондоне я не могу акведук построить. А, там гора есть, а тут нету горы. О, блин, акведук невозможен в Лондоне. Печаль. Просто печаль. Смотрю, взятие Марселя притормозилось. Так. Теперь Плимут может хорошенько вырасти. Коммерческий хаб вот тут я хотел строить. Давайте мы сначала тут разберем усовершенствование. Да, и коммерческий хаб. Плюс 3, как-никак. Катуса какой-то хотела квест.
Для покупки апостола. Пока не надо, пока я... буду своими силами пытаться. Что, сейчас миссионер подойдет к Манчестеру? Люди, у кого 9,6 очков великого инженера за ход? Девять и шесть. Да. У Японии. И получается, торговцы у нее тоже 9,6. Но он посадил специалистов в районы. А, они дают очки тоже? Конечно. Это как спецы в пятой циве. Просто не отображается, ты не делал все. 10 жителей требуется. Ну, давайте. Очень неудобно, что нигде не это самое не пишется, сколько очков дается. Ну, а от чего сколько очков дается для ученых, то есть такое. Блин, а почему не по дороге? Почему по дороге не быстрее? Чего вас спросить? Ладно, поскакали сюда. Мы, как не знал, должны сами все посчитать. Хм. А то привыкли, понимаешь. Все за циферки. Нас все считает. Ну. Ну а чё, компьютер, калькулятор, по сути. Все. Русский уже 63 науки вход. Ну, у меня 50, как бы. Не особо. Да я просто этих двух спецов посадил. У меня плюс 10% из-за экстаза. Не, тут намного тяжелее высокие города построить, чем пятая цивилизация. Я тебе хочу сказать, что и расползаться тут не легче. Да. Может, фермы лучше построить, кстати. Все-таки лишнее даст. Лишнее жилье даст. Ну что, кто-то оракул построил, да? Оракул, по-моему, давно построили. Я, наверное, пропустил, блин. А кто, если не секрет? Египет. Кампус тут, блин, ну я тут ферму. Мне надо строить ферму. Торговца в Лондон пущу, пускай отъедают друг дружки все, кусают там всячески. Так, что нам в Плимуте обрабатывается? Что у меня тут? Вот тут надо шахту построить. Ну и пока все. Видите, я никаких невеликих людей ничего не делаю, хочу пока отъедаться побольше. Бы лучше, конечно. Город он хороший получит, даже если построить заново. Сделка. Это кто говорит сейчас?
Так, давайте смотреть, что по науке у русского. 27 тех, 63 вход. У китайца 25 всех, 73 вход. У меня 24 техи, но меньше. Я, видимо, очень неплохо эти всякими эвриками пользуюсь. Другого объяснения нету. Хотя, может, они дорогие техи исследуют. Ну да. Смотрите, где китаец. Китаец уже вот тут. Они дорогие техи исследуют. Особенно китаец. Слушайте, ну китаец-то уже в индустриализации. И? Ну, фабрики строят, производство у него сейчас будет. У меня даже нет ни одного еще района для производства. Я ударился сильно в науку, я вот жалею, что забил уже на эти фабрики. Сейчас придется их строить. Француз, что там у тебя с войной-то? Рассказывай. Ты бы не дал меня ослабить так сильно, потому что Марсель, блин, ну, мой второй город. И... Ты по науке улетаешь, француз. Это почему и слышишь, люди в индустриализации, как ой, улетаю. У тебя... Ну, вот их догонять как-то надо. Ты просто не встретил, понимаете, он просто не встретил меня, так что все нормально. Я развиваюсь, зачем меня-то выносить? Тебя никто не выносит, у тебя просто забирают город, который очень мне сильно мешает. Под моей столицей будет твой город, это называется война до конца, так берешь. Нет, пока не буду менять. Слушайте, вот венецианский этот арсенал, но должен быть рядом с... Ты себе тут построй, я же тут собирался строить. О, плюс два. Капульты стали реально мощным юнитом против городов. Блин, слушайте, у меня из этих бесплатных гаваней уже второй адмирал. Я не знаю, что с ними делать. Они тупо только флот, ну, дают строить. Отправляю на пенсию. А, нет, слушайте, этот адмирал другой. Дает все разные. 75 золота. И юниты получают 50% награды за то, что грабят морские торговые пути. Ну, короче, все равно бесполезен. Ладно, все равно активирую. Тот так чисто для флота, видите. Так, ну давайте индустриальную зону. И, возможно, получится этот венецианский квартал построить. Опять, а где он? Вот. Получаете второй морской юнит каждый раз, когда строите первый. Неплохо. Так. У меня город на Селитре стоит. Где стоит? На Селитре. На Порощи. Это у кого город? В Индии. Повезло. У меня с культурой совсем плохо. Японец, я на четвертом месте по технологии. Питаю. Попробуем. Хоть как-то культурно. Да тут вроде не важно, какое место по технологиям. Важно там напрямую показывать, сколько науки. Меньше, чем у Лёши, например, науки в вас. Ну ты ж мог... Не, ну это всякие эдрики. Удовольствие.
Эврики еще ж важны. Ну да, еще эврики сильно решают. Так, теперь тут что обрабатывается? Так, пока. Блин, тут... короче, в сетевой игре такой баг. Ты сколько раз нажимаешь посольство, столько раз оно будет пытаться отправлять, и каждый раз берет за это деньги. Уверен? Да. Теперь уверен. У меня было 260 золотых, сейчас стало 37. Я специально проверил даже. Ну что, ты мириться будешь, француз? Что там, захватили Марсель? Будешь? Да. На каких условиях? На таких, какие сейчас имеются. Тут я у тебя ничего не беру, не ты у меня, но в плане, вот ты забрала город, все. Угу. Окей. Ну ты сейчас здесь не ставишь город. Ты как бы контролируешь территорию. Бери и ставь. Стоп, я что-то не пойму. Мы с тобой замириться не можем, что ли? Ну, видимо, не прошло. Сколько это ходов? Да, не можем почему-то. Опыт пройти. Ничего, карта 8. Одну за один ход разрушается? Да ладно. Да. Луза у меня, по-моему, бегает, да. Блин, ну не знаю, в Нагою лучше отправлю, потому что, ну... В Киото просто уже есть. А, блин, Нагоя... Теперь можно религию распространять дальше. Ну чё, где там моя Нагоя? Сейчас я город поставлю, Лёш. Ещё два хода. И не воевать все же японец. До момента заключения мир. Ты воевать сейчас хочешь, француз? Вроде на словах говорили, что мир. Ну да. Ого, ничего себе, у тебя тут... Все, вот там войска тогда. Фига себе. У меня Тула на селитре стоит. Тебе под Киото помочь? Блять, не помешало бы. Ну не ругайся только. Просто по-другому это не назвать. Я вам рассказывал историю про минус 100 роста населения и минус 60% непищевой продукции. Нет. Нет. Такие дела. У меня вопрос. Почему опять они сделали, что варвары и англичане почти одного и того же цвета? Не знаю почему. Сложно ответить. Блин, два каравана разграбить, а? Я думаю, это твой разведчик. Так, вот смотрите, Дарвин дает на стандартной... по плюс 500, да, за каждую клетку чудо света и за каждую среднюю сны.
То есть чисто теоретически на стандартный я сейчас должен получить за 11 клеток. Это нормально считается? Не знаю. Ну, сейчас следующим ходом проверим, сколько дадут. Нет, подожди, там было написано только за клетку рядом с чудом у меня по-английски. У меня написано за каждую клетку чудо света и за все соседние с ней. Ну, сколько ты планируешь науки получить? Ну, на стандартное это было бы 11 на 500, но это что-то очень много, мне кажется. Там, ну, хотя для стандарта. Я тебя кинул там мир. На 500 ты сразу меня догонишь. Ну, скажешь нам, сколько тебе дадут науки? Угу. Если это, конечно, не забудется, что-то написано или что-то в таком духе. Как-то можно посмотреть, сколько у меня всего науки? Ну, не вход, а в принципе. Чтоб знать, насколько я продвинулся. Как это в принципе науки? Ну да, наверное, фиг не сказал. Лёш, юнит хочешь прокачать? В смысле? Ну, в прямом опыт понабить. Нет, ну конкретнее объясни, где, что... Ну, варваров под Киото. Ну, я обстреливаю. Ну, ты одним только можешь обстреливать. А, ну, открой мне границы, окей. Ну, вот я тебе и говорю. Ну, у меня даже две серии. Говоришь это все. Ну, мне же прямо, действительно. Не, ну я так и спрашиваю, ты хочешь опыта набить? Я тебе открыл границы. Точнее, кинул приглас. Хватает двух жителей. Что-то делись куда-то все... А, вон они. Так, готов табак поменять? Ресурс роскоши, кто хочет. Ну, в общем, нигде не обозначилось, сколько он ног кидал. Массовое производство у меня за один ход выучилось. Ну, 270. А все? Больше ничего? Ну, астрономия, литье стали по одному ходу. Были ходы, наверное, по два, по три. Фотография, походу, ускорилась. Но я точно все равно не скажу, сколько это было. Блин, что-то у всех табак есть. А, это у меня. Ну, этих тоже, правда, есть. Хлопка 2. Россия, предложение. 2GIS – международная картографическая компания, выпускающая одноименные электронные справочники с картами городов с 1999 года, а также поддерживающая мой канал. Заходите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте карту интересующего вас города под вашу платформу. Кстати, теперь с навигатором. 2GIS, если быть точным. Thank you.
people can have the Model T in any color, so long as it's black. All that glisters is not gold. Often have you heard that told. Можешь левым арбалетом обстрелять этого самого левого рыцаря? Нет, не этого, который внизу. Ладно. Извини, я внизу рыцаря не вижу. А, ну все нормально. All that glisters is not gold. Often have you heard. Так. Меняем. Плюс 2 дома за каждые 3 специальных. Окей. Подожди, может поменять на классическую республику? Да не. Так, морские традиции, бонусы от гавани, ну, не особо надо. Вот это, конечно, мне неплохо. Мне, кстати, нужны... Ой, торговая республика. Я бы вот на торговую республику бы поменял, но нужно две каравеллы. Тулуза, Плимут, Киото, Нагоя, Лавента, Хатуса. Ладно, в Плимут. А у всех вместо великого художника написано великий торговец. Да, да. Это отлично. У меня не написано, да. У меня английская версия, у меня написано Great Artist. Просвещать Ченду, а, Питер? Да, буду, буду. Я просто только что универ построил. А до этого это подарок докупил. А я так думаю, вот кто его скупил, блин, сразу два ученых улетели. Не, ну я-то одного только забрал. Предыдущего забрали до тебя. Докупили за религию, я бы сказал. Что у тебя там за чудо природы? Генерал? Эверест. Ганнибал Барка. А, ты, то есть это вниз от Астрахани, это Эверест? Не вниз от Астрахани, а вправо от Питера. Лёш, прими. Отлично, спасибо. Так, какие тут у него районы. Не обманул японец, видите. Коммерческий хаб и кампус, индустриальная зона.
Так, давайте-ка миссионера купим. Так, в Лондоне я могу... Ого, 22. О, да, это за НАТО. Давайте театральную площадь. Специально два чуда строил. Интересна тактика у японцев. Видите, откупился от меня городом, чтобы я на него не нападал. Либо мог обмануть. А эти самые великие люди, только пророки конечные или все остальные тоже? Все конечные. Все конечные, да. Тут у него лесопилки построены, это, как я понимаю, индустриальный район. Лондон 6 производств уже будет давать, круто. Значит, в Лондон. И строим тут еще одного торговца. Так, тут торговец построен. Тоже в Лондон. Так, давайте смотреть, куда у нас тут бегают. Из Плимута в Лондон. Из Манчестера в Лондон. Из Лидса в Плимут. Из Лидса в Манчестер. Надо из Лондона, видимо, отправлять парочку. Обалдеть, мне 5 из 9 написано. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У меня какие-то глюки с этим, с отображением торговых путей. Написано 5 из 9. Типа, у меня доступно, типа, 9 торговых путей, 5 заюзано. При этом я не могу больше построить в городах, потому что, типа, уже максимум достигнут. Но в списке торговых путей написано 7 торговых путей внезапно. У меня 2 из 3 показывают, хотя если открывать торговые пути, то у меня 3 торговых пути. Так, давайте на великого торговца. А, ну еще одного я, конечно, строю. То есть будет 8, но тем не менее. Шесть зарядов, я думаю, тут хватит на лиц. Ага, вот у меня из столицы 4 производства. 4-4. Значит, в Плимут. Вот, уже 5 из 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ага, еще один строится. Вот теперь
верный. Верное число. Astronomy is much more fun when you're not an astronomer. На холме рядом с горою Потала. Ну, к сожалению, уже негде. Так, значит, еще раз из Лондона. С Плимута, два из Лидса, из Манчестера, из Плимута и из Лондона бегают. Бегают в Руан, в Тулузу и в Преслов. Так, я хочу тут открыть этот город. Вот, в Мадрид. И попытаться в него отправить. Запретный город дает еще одну политику. Так, надо до 10 вырасти, чтобы построить промышленный комплекс. Давайте-ка действительно на очки великого торговца тут немножко. Одну игрушку. Ну, дополнительный ресурс роскоши, почему нет? Две каравеллы надо построить. Стоп. Давайте-ка мы в Плимуте построим каравеллу. Ускорим exploration. 5 ходов. Ладно, пускай лучше своим путем откроется. Тут хоть очки великого человека получу. Манчестер — это такое место для роста, и как-то он у меня слабенько, слабенько. Блин, атакуют. Ай-яй-яй, убегаем. Так, миссионер. В ногую распространяем религию. Вообще пытаемся, чтобы у нас с силой.
Слушайте, давайте-ка мы этого скаута уже расформируем. Что-то он бегает как-то. Ну, продадим. Раненый. Слушай, это все еще эти рыцари там бегают у тебя? Да, что-то вообще не очень медленно снижается штраф. Или это новые уже появились? Это новые появились. Может, не стоило с французом воевать? Да, может, стоило туда ждать дипслужбы. Кому-нибудь нужна селитра? Китаю. Что у нас тут по науке? И по возможности две. Не, две точно не дам. У меня всего две. Три воркшопа надо построить. Ну, три мастерских. Это не проблема. А как-то можно посмотреть уже заключенные сделки? Вот именно нет. Хороший вопрос. К создателям игры. О, у меня больше всех очков внезапно. Ну, наверное, из-за этих, из-за чудес. Хотя, империя 127. Типа, самая большая империя. Ну, это из-за того, что мне японец город отдал, я так понимаю. Такие у меня тепличные условия. С другой стороны, ну вы же понимаете, если бы я напал на японца во время войны с французом, я думаю, мы бы с французом его распилили просто. Что вообще не было бы японца. А так, получается, я получил преимущество, при этом оба моих соперника ослабились. А так бы я бы усилился, и один из моих соперников бы усилился. Зачем мне это? Абсолютно не показано надо. Показано довольство от редких ресурсов 5. Ну, блин, я вижу на карте нефть. Пластик открыл? Нет, конечно. Но я вижу рядом с Лиссабоном. Это с помощью великого ученого? Кстати, не знаю, как это работает. Ну я же не открыл тут тех. Амфитеатр могу за религию купить? Могу, только накопить религию надо 135. Может построить запретный дворец. Пойду к себе домой. Пускай вырастет. Так.
Так, хреново распространяется религия-то. Ну, тут четыре православных сидит. Так, что же с очками великих торговцев? Ну, потихоньку догоняю Японию. Ребят, кстати, а вы кто слева там? У вас какие ресурсы эти редкие? Соль. Благовония, пряности. Соль. Я через какое-то время до ртути, может быть, дотянусь. За золото кто-нибудь хочет это? Да? Нет. А ты кто? Я японец. А, ну мы с тобой не встретились. Ну, по-русски, у тебя там как по довольству? Лиц. Ну, у меня это самое, соль осталась, в принципе, одна. Потому что я все раздал. Теперь я не знаю, когда это все вернется. Благовоние тоже вот только клетка присоединилась. Я его сейчас обработаю через ход. Шесть производства сразу. Ну, на два хода строительство запретного дворца ускорилось. Давайте-ка мы все в Манчестер перебросим, чтобы там все быстро строилось. Так. Нас нашли Кумаси. Какой квест? Развлекательный комплекс построить. А ты, японец, развлекательный комплекс разве не открыл? Ты ж их можешь строить для счастья. Открыл, только у меня нет жителей для того, чтобы их строить. Так, открыли исследование, наконец-то приму, пожалуй, торговую республику. Плюс два торговых пути, меньше стоимость. Ну, короче, могу покупать дешевле за веру, за деньги. Кто запретку построил? А, блин, кто-то ее построил, вот, блин. Так, плюс 15%. Ну, либо Япония, быстрее. Либо Франция. Не, я спрашиваю Японии. 100 культуры и науки за международные торговые пути. Но я сейчас хочу внутри городов пускать все-таки. Так, а я еще с кем не встретился? Плюс кампус. С Китаем. Китаец, а ты видишь, где Гонконг? Плюс два золота от всех. Нет. Торговых путей. Лавента. Да. Вот. И плюс... Внизу от Лавента есть это... Писателя, ученого. Да, да. Можешь туда подойти каким-нибудь юнитом. Я туда скоро галер. Можешь прямо плыть вниз вдоль Ледовитого, вдоль России, и там ты встретишь мой город.
Ну, если мне только русский даст открытые границы. Или не золото за каждого торговца, за каждого посыла. Тут нет прохода. Я вроде не собираюсь вот международный прямо. А, да, кстати, там у русского вроде тоже клетки океана. Ну, смотрите, плюс 95 сразу. Некуда проплыть. Француз запретку построил. А, да, вот. Справа от Парижа, да. ОСП, ты тут? Да. Через несколько дней выйдет оставление в Кремле. Несколько дней? Прихода... Ты видео посмотрел? Да, я видел. Вырастет. Смотрел видео? Знаешь, смотрел. Вы обещали, типа, завтра. А, ну, завтра? У меня уже... Да, у меня уже... 27-го вроде как говорили. О, ну там скажешь, через несколько дней. О, тут плюс 3 внезапно. Я это место расчищал. Окей. Так, еще торговец. Да, смотрите, все торговые пути дают бонус. Францу в Плимут или газ? Из Лондона в Плимут, из Плимута в Лондон. Из Манчестера в Лондон. Давайте в Лондон перебросим. Так, японец, ты что хотел это купить? Что-нибудь? Соль почем ты хочешь взять? Ну, я не знаю, с компом обычно торгуется по 7 золота, но можем договориться на больше. А, ты про золото вход? Ну да. Не, ну могу так купить. Сколько тебе золота надо? Хер его знает, нисколько. Ну давай это самый вход, там, я не знаю, поставлю чуть в районе 8. Лондон, Плимут, Плимут. Так, ты у нас кто? Этот самый... В лиц давайте перекинем. Так, я тебе делегацию отправил. Эх, запретка не удалась. А, вот. Опа. Фрости Дог дисконнектнулся. Ты тут? Так, делегацию не вижу. Но она там справа всплывает. Не, я знаю, и не всплыла. Фрости Дог, ответь, мы тебя не слышим. Ну, в чат что-то пишет, нет? А, нет, не пишет. А у тебя доход-то какой по золоту? У меня по золоту 3,5. А, знаешь. Нет, но там же можно уровень свыше. Нет, нельзя. Больше давай, я тебя так отдам. Давай. Чё там, 8 на 3. 200. Это... Сейф игры сделайте на всякий случай. Фрости Дог, ты тут? Нет? Ну я просто вижу, что он в дискорде сидит. Если ты еще раз на делегацию, ты нажми на нее и прими. Ну, сейчас пришла. Принял? Да, да, да. А что она, кстати, дает делегация в сетевой игре? Ну что, столицу не открыла?
Ну, по крайней мере, я японскую столицу не вижу. Ну, видимо, он твой... Ну, это как, ты когда ты, дипломатическую службу изучаешь. Принял эту... Его же делегацию принял, а не ты отправил. Да, так а по сути, зачем ему моя столица, он уже и так это, может на меня нажать. Ну, например, караван туда отправить. Как тебе такой вариант? Mm-hmm. Так это, мы что, продолжаем играть дальше или как? Или что? Я сейв сделал. Так, сейв сделали, да? Сделали. Ну просто чувак... Вот слышно меня, да? Да, слышно. Да. Ты сейчас зайдешь это в игру? Да, просто какой-то пролаг интернета был именно в этот момент. Ну, у меня все еще waiting for ignition. А у меня ход начался. Я начался. О, все, пошло. Я тут ничего уже менять не буду. Ни одного юнита не ходит. Да, у тебя одного, у меня ходит. У кого не ходит? У меня нормально. Все нормально ходит. Так, не понял, ну, да. Я тебе кинул эту сделку. Кстати, Египет, глянь, я там тоже тебе кинул опять. Из Лондона две штуки, из Манчестера две штуки, из Лидса две штуки. Вот в Плимуте пока ничего у нас. В Плимут перекинули. Из Лидса уже три штуки, да? Россия, предложение. О, Тула. Там веселый стратег живет. Это город Рингтон. Торговец, строитель. Вот еще воин. Халецкий как-то бустанулся по науке. И по культуре. В смысле? 74-34 это бустанулся? Я по количеству. Ну, ты меня догнал в этой варе. Ну так ты, видимо, по дешевым техам идешь, а я по... То есть наоборот, ты по дорогим. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, в скором времени будет. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад.
разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.